выстрелили с другой стороны. Только не дом прикрывает дерево, специально по реке обошла ракета. Залетела вот эта приемная. Доставали. Ну, в общем, то есть наши же сотрудники не побросали никого, там, перед к аппарату, друг друга вы. Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, Кима Віталія Олександровича, голову Миколаївської обласної державної адміністрації. Нагороджено орденом за мужність 3 ступеня Сінкевича Олександра Федоровича, Миколаївського міського голову. Здоровья, здоровья, здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте.